Бегает по курсу. Это, грубо говоря, наша полоса. Она должна быть вот здесь, вот в этой середке. А вот это бегает по высоте и должна быть вот здесь. И ставим мы их туда, нашим штурвалом. Вот. Смотри, сейчас вот видишь курсор. Курсор чуть-чуть выше. Значит, нам надо чуть-чуть вот взять на себя. Вот смотри. Вот он бежит к середочке. Видишь, потихонечку идет. А тот ушел у нас левее. Значит, нам надо чуть-чуть левее. Подошел к серединке. Чуть-чуть носик опустили. И сейчас его там удерживаем. И немножечко влево идем. Вот. Ну и на полосу не забываем смотреть.